Привет, привет, привет! Привет всем, кто в этом году не беспокоится о покупке новой елки, потому что еще не выбросил старую. В эфире «Это моя семья» – шоу, которое доказывает белорусские семьи самое дружное. Давайте знакомиться с нашими сегодняшними участниками. Встречайте, семья Дорож, город Минск. Папа Константин, мама Елена, дочь Юлия и сын Роман. Привет, друзья! Как настроение? Замечательно. С наступающим! Праздники, Рождество, Новый год. Пусть все желания, все мечты, все обязательно исполнится. Но чем занимаетесь целый год? Какие увлечения, какие хобби? Я занимаюсь баскетболом 4 года, играю в баскетболе за нападающего. Возможно, у тебя будут новые кроссовки. Деду Морозу заказывал кроссовки новые? Нет? Но у тебя еще есть несколько часов, чтобы исправить письмо и отправить Деду Морозу. А сестра о чем мечтает? Я занимаюсь творчеством, играю на гитаре, поэтому, наверное, электрогитара. Электрогитара должна появиться под елкой. Дед Мороз сейчас наверняка смотрит нашу программу, и он уже сделал пометочки. Наверняка все родители всегда хотят, чтобы дети были здоровыми, счастливыми и послушными. А лично для себя, вот что вы попросите у Деда Мороза? Хотелось бы съездить в путешествие. Но вам, возможно, уже приходила какая-то весточка от Деда Мороза? Может быть, какие-то намеки, что да, в 24-м году вы отправитесь туда-то, туда-то. А что папа вздыхает? Папа решил не раскрывать всех секретов, которые намекнул Дед Мороз. Но обязательно что-то будет. А вы с Дедом Морозом пообщались, конечно, да? Конечно, конечно. Вот такой интересный момент, вот такая судьбоносная встреча. Мне показалось в какой-то момент, что папа сейчас встанет и начнет рассказывать новогодний стих. Кстати, стихи знаете новогодние кто-нибудь? Может конечно. Быть, мама? Папа? Конечно. Пожалуйста. Папа с детства помнит новогодние стихи. Давайте, можно, да? Представьте, что сейчас Дед Мороз где-то за кулисами нашего шоу, и он хотел бы послушать мальчика Костю. Тогда без табуреточки. Конечно, без табуреточки. Итак, мальчик Костя, стихотворение для Деда Мороза. Что растет на елке? Шишки да иголки. Разноцветные шары не растут на елке. Эти шишки и шары выросли сегодня для белорусской детворы в праздник новогодний. Вау-вау-вау! Отлично! Браво! Я уверен, что после такого красивого стихотворения Дед Мороз вам точно турпутевку под елку положит. Но давайте узнаем, какие мечты и желания у ваших соседей. Встречайте, семья Горелик, город Минск. Светлана, сыновья Семен и Михаил и крестный папа Дмитрий. Ну, начнем с мамы Светланы. Светлана, скажи честно, вы Деда Мороза когда-нибудь видели? Да, в детстве приходил домой. В детстве приходил к вам. Да. Вот ваш сосед недавно с ним встречался, а вы в детстве. А вы уже что-нибудь загадали? Поехать на Бали. Ага. Вот такое скромное пожелание. Дедушка Мороз сейчас где-то на глобусе такой. Ну, хорошо, девочки, Свете путевочку. Прекрасно. Как год прошел в целом? Неоднозначно, но интересно. Ну, какие-то особенные моменты были, вот, о которых да, можно прямо сейчас рассказать. Конечно, и у нас сказать, чтобы они повторились и в 24-м. Конечно, у нас было замечательное путешествие нашими большими семьями на озеро, да, назовем так это. С хорошим, скажем так, пикником. Замечательными постановкой палаток, поэтому я думаю, что, ну, наверное, на Бали не удастся нам так. Со своими палатками приехать, да? Вот, но обязательно еще попутешествуем в следующем году тоже. Я думаю, вы будете первые туристы на острове Бали, кто приехал со своими спиннингами. Да, и с палатками. Скажите, а где у вас можно казан помыть? Этот вопрос местные жители точно никогда не слышали. Но пусть все мечты исполнятся. Ребят, рассказывайте, как прошел год? Чем занимались? Во дворе играли. Во дворе играли. А сейчас что? Снег, лед, по-моему, тоже есть активные зимние да. забавы. Что любишь больше всего, когда играешь во дворе? Чем увлекаешься? Футболом. На позиции кого? Нападающий, защитник, вратарь? Я играю на позиции нападающего, но хочу попробовать себя на позиции вратаря. А брат чем увлекался?
чем занимался целый год, что планируешь делать в следующем? Рассказывай. Планирую в следующем году попасть в хороший футбольный клуб. А сейчас? А сейчас? Тоже хороший футбольный клуб, но ты имеешь в виду, что ты из полупрофессионала планируешь перейти уже в профессиональный спорт? Да. Стать профессиональным футболистом. Вот такие замечательные у нас сегодня команды в нашей праздничной игре. Давайте, друзья, расскажу правила. Впереди 5 веселых раундов, в каждом из которых команда может заработать максимум 10 баллов. По итогу игры та команда, которая набирает большее количество очков, получает звание «Самая дружная семья». Вы готовы? Да! Отлично! Я объявляю начало первого раунда. Поехали! Оп-оп-оп. Это точно мой папа. Узнать своего папу в новогоднем костюме проще простого. Обычно он ведет хоровод не в ту сторону и не в такт музыке. Но сегодня мы решили усложнить задачу нашим участникам. Они не будут водить хороводы, а танцевать свой фирменный новогодний танец в образе милой зверюшки. Узнаем, семья Дорош, сколько баллов заработает в этом конкурсе. Я сразу, ребят, готов вам подарить 10 баллов. Если вы с первой попытки скажете «наш папа Константин». Номер 2. Бегемот. И это окажется папа. 10 баллов ваши. Если вдруг вы ошибетесь, я забираю 2 балла, а вы забираете персонажа к себе, семью. Все очень просто. Вот такие новогодние подарки. Вы согласны? Да. Прекрасно. Танцуем! Новогодний искрометный танец. А Константин вообще танцует? Особенно на новогодние праздники, да? Конечно. Есть фирменные движения какие-то? Ой, их столько. Их столько. Панда, возможно, сейчас что-то продемонстрировала. Если не увидели какого-то движения фирменного, папиного, возможно, номер 2 сейчас продемонстрирует. Бегемот, пожалуйста. Как вам этот танец? Или папа все-таки поэнергичнее танцует? Поэнергичнее, да? Хорошо, посмотрим, как с этим энергичным танцем справится наш третий персонаж. Это динозаврик. Пожалуйста, музыка! Первый январьский танец. Так можно назвать. Ну классно, да? Вот так и в новогоднюю ночь папа танцует, да? Похоже было? Очень похоже. Очень похоже, хорошо. Так, у нас есть волк. Номер 4, танцуем. Хорошо. Вот что с людьми делает прошлогодний оливье. Спасибо волку. Как вам этот танец? Отлично, шикарно. Были какие-то фирменные движения папы? Ну, что-то... Что-то было, да? Но энергетика просто невероятная. Вот танец бешеного волка, да? Хорошо. Акула как-то скромненько у нас под елочкой спряталась, но, возможно, это только начало. Такая задумка. А сейчас как станцует? Посмотрим. Номер 5, пожалуйста. Сейчас акула танцевала так, как будто елку украшала. Давайте рассуждать, где может быть папа, в каком костюме? Так, ну... Мне кажется, сейчас... По энергетике, о том, о чем мы говорили, по энергетике, по вот этой мощи. Просто... Так. Просто... Просто смотрела бы и смотрела, как танцует как супруг даже в костюме волка, да? Конечно. Хорошо, что скажет дочь? Ну, мне тоже кажется, что номер 4 очень похоже на папу. У вас у всех номер 4? Да. Чего мы ждем? Да. Номер 4. Волк. Класс. Слушай, ну вот такой игривый у вас волк. Давайте проверим, папа или нет. Подходи, вот тут у нас есть. Волшебная молния. 3, 2,
Один. Опа! Но вам же понравилось, как волк танцует? Очень. Забираете? Нет. Нет? На новогодние праздники вам будет не хватать в таком случае. Там же еще и старый Новый год впереди. Нам станцует наш папа. Наш папа. И показали на номер 5, да? На номер 3. На номер 3. Итак, спасибо волку. Я могу не уходить, да? Вы сразу готовы сказать «папа номер...» 3. Номер 3. Динозаврик. Пойдем. Динозаврик. Я здесь? Да. Давай расстегивать. Наш веселый динозаврик – это... Забираете? Нет. А представляете, вы не забираете, а 1 января под елкой его найдете. Дед Мороз его вам принесет. Или приведет. Как получится, да? Все зависит от многих факторов. Спасибо нашему динозаврику. А вот теперь... Давайте думать, да? Вот теперь все очень серьезно. Так. Может, панда? Панда, по-моему, вообще на шарики смотрит и не участвует в том, что происходит. В данном случае самый подвижный персонаж у нас, ну, по мне, так это бегемот. Бегемот? Мне кажется, первый. Давайте мы девочку возьмем. Девочку возьмем. Это бегемотиха наша, да? Номер... 2. Хорошо. Я представил этот разговор в роддоме. Давайте мы возьмем девочку. Так, девочка-бегемот, аккуратненько. Выходим. Так. Ух, так, сын говорит, так, сейчас, папка, я тебя освобожу. Ой, нет. Папам. Какая у вас большая компания. Новогодние праздники всегда веселее, когда много счастливых, довольных людей собираются за семейным столом. У вас уже 3 новых персонажа появилось в семье. Отлично. А папу еще не нашли. Спасибо вам. У нас осталось всего 2 Может, акула? Героя. Это акула. Парадокс. И панда. Кто сейчас, на ваш взгляд, больше всего подходит под статус папы? Где же Константин? Я предлагаю сейчас нашим персонажам, панда и акула, представить, что супруга рядом, и просто поцеловать в щечку. Правильно? Правильно. Итак, как супругу в щечку целует панда? Покажите, пожалуйста. Мне кажется, с таким поцелуем можно и убежать, испугаться, да? Нам такого счастья не надо. Как акула перед работой целует супругу. Покажите, пожалуйста. Акула. Акуля. Без вариантов. Акула. Грим. Но, по крайней мере, я могу сказать, что если танец не понравился, то поцелуй точно был незабываем. Идем, 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 акула. Все, сейчас папа появится, подойдет, поцелует маму. И... Снимай, 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 снимай. Так. А. Ну, панда! Панда! Он? Нет. Панда, я вот увидела. Я... Спасибо, акуле. Так, ребят, я хочу напомнить, что за неверные ответы я забирал у вас по 2 балла. У вас осталось еще 2 балла, поэтому самое время сейчас подумать. Самое время... Мне нравится реакция сына. Это точно не наш. Давайте посмотрим, кто скрывается в костюме панды. Нет, на сцену пойдем, за кулисы потом. Так, стоим, стоим. Сейчас будет очень серьезный разговор, мне кажется. Панда как-то уверенно направляется к диванчику. И... барабанная дробь. Хлопушки, папа! Класс! Константин, я поздравляю! Семья воссоединилась, вас стало за несколько минут намного больше. Конкретно плюс 4 человека в семье. Все благодаря маме и детям. Константин, я поздравляю. 2 балла заработала ваша команда. У меня вопрос. Знаете, Константин, сейчас, мне кажется, у ваших соседей кого-то не хватает. А где крестный? Где Дмитрий? В комнате перевоплощения был Дмитрий? Видел, видел. Видел, видел. То есть папы сегодня подготовили настоящее танцевальное новогоднее шоу. Дмитрий какой-то танец репетировал, да? Лучше этого не видеть. Лучше этого не видеть. Значит, впереди
много интересного. Продолжим через несколько секунд. Ну а сейчас давайте узнаем, сколько баллов в этом конкурсе своей команде принесет Дмитрий. Точнее, сколько баллов сама команда заработает, из какой попытки. Они скажут, это точно наш крестный папа Дмитрий. Номер один. Волк. Танцуем. Так, ну что-то похоже. Похоже, да? То есть какие-то отдельные элементы сейчас волк изображает. Нет. Нет? Почему нет? Я думала, что... Смотрите, музыка закончилась, а волк продолжает танцевать. Может быть, это был знак? Нет, он не такой. А какой? Он такой. Нежный. А, то есть руки больше вперед, головой что-то. И причем нежный танец. Я не знаю, получится ли нежный танец номер два, динозаврик. Смотрим. А вот такой. То есть вот это нежный танец. Ну посмотрите, как ласково прям поглаживает вот так вот. Как котик. Ну, мне кажется, в этом костюме по-другому невозможно руками двигать. Лапками. Можно, почему? Как котик. А, можно еще и разорвать костюм, конечно. Может быть, без разрывания костюма обойдется и в следующем танце. Номер три. Слон. Поехали. Ну, смотрите, ручки тоже есть. Они сговорились. Понял. Нет. Просто Дмитрий всегда мечтал быть в костюме слона. Нет. И его мечта исполнилась в этот Новый год. Нет? Это подсказки или нет? Ну, давайте посмотрим, как танцует акула. Что у нас бегемот? Может быть, как раз-таки крестные под номером 4. А танцы, это? Пожалуйста. Бегемот посмотрел. Пытается погладить. Пытается погладить, да. Вы же говорили, головой вперед подает и пытается погладить. Но плавнички мешают. Но мне кажется, что-то было похожее. Вот из того, что вы рассказывали. Что-то есть. А почему же что-то есть? Бегемот посмотрел. А бегемот посмотрел на вас, да? Как бы пытаясь подсказать, что я здесь. Спасите меня. Итак, танец бегемота номер 5. Ну, что-то похоже есть. Мне кажется, сейчас этот танец, вот как раз таки то, о чем вы говорили. Нежность ручками и немного головой. Я давайте акулу, а потом динозаврика. Итак, акула номер 4. Смотрим акулу. Освобождаем Дмитрия. Он даже плавничками помахал сейчас. Так, идем, 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 идем. Идем. Аккуратненько тут у нас. Оп. Ну что, давай спасать крестного. Расстегиваем. Нет. Акуленок. Не Дмитрий. Ну я же говорил. Спасибо, акуле, спасибо. Можно отправляться в комнату перевоплощений. Вы сразу хотите сказать, какой номер? Давайте динозаврика второго. Пойдем, динозаврик. Интересно, с какой попытки они найдут крестного? Ну что, расстегивай. Это? Кто здесь у нас, а? Кто в динозаврике живет? Крестный Дмитрий! Класс! Ребят, спасибо, можете присаживаться на диванчик. Дмитрий! Понравилось в костюме динозавра танцевать? Обалдеть. Николай, а у вас есть какой-то свой костюм? Вот что-то похожее есть? Ну, лично. Такого опыта нет, конечно, у меня. Это было впервые, только, да? Только Деда Морозом удавалось поучаствовать. Ага, ну а сегодня уже динозаврик, у вас уже опыт профессионального актера. Я вас хочу поздравить не только с новогодними праздниками, а и с тем, что вы заработали в первом конкурсе. Абсолютно верно. 8 баллов. Знаете, друзья... Глядя на танцы крестного и папы, на танцы Дмитрия, на танцы Константина, мне захотелось взять у вас несколько мастер-классов, чтобы прочувствовать, что такое танец нежности и любви. В общем, мы пойдем порепетируем, а к вам, друзья, вернемся через несколько минут.
Привет всем, кто готовит к праздничному столу столько еды, что даже снеговик отказывается от дополнительной порции морковки. В эфире «Это моя семья» – шоу, которое доказывает, белорусские семьи самые дружные. И сегодня это подтверждают наши участники – семьи Дорош и Горелик. Они уже удивили своими танцами, но, друзья, в нашей программе бывает не только веселье, но и серьезные испытания на эрудицию. Я объявляю начало второго раунда. Руки, ноги, голова. Ребенок, забывший слова новогоднего стихотворения, дополнил его историями из жизни папы, за что и получил на один подарок больше. Возможно, сейчас наши юные участники также заработают подарки, помогая взрослым отвечать на наши простые праздничные вопросы. У меня всего 10 вопросов про Новый год, и я надеюсь, увижу 10 правильных ответов. Составлять их будете из букв, которые есть на ваших перчатках и ботинках. Итак, семья Горелик, вы готовы? Первый вопрос. Какие парнокопытные животные везут упряжку Деда Мороза? Олени. Кони. А теперь буква И. И. Ставим. Быстрее. Оббегай крестного. Кони есть. Следующий вопрос. Какое дерево срубили под самый корешок в известной новогодней песенке? Елка. Елочка. Ставь ногу. Вот так. Елочка. Маленькая елочка. Нет, ты сюда ближе. Холодно зимой. Елка. Отлично. Следующий вопрос. Кем приходится Снегурочка Деду Морозу? Внучка. Абсолютно верно. Внучка. Да, выстраиваем слово. У тебя У на ноге этой. У меня еще и Че. Так, В. Читайте. Давай. Семен, быстрее время. Мне кажется, я услышал дельфиненка. У сюда. А, давай. Сейчас мама подбежит. Она помнит, что у нее на руках буквы. Внучка. Следующий вопрос. Какой транспорт для перемещения использует Дед Мороз? Сани. Отлично. У меня И. 20 секунд. Быстрее, друзья. С у кого? С у меня нет. У Семена С на ноге. Быстрее. А как? Ставь. Давай. Время. 10 секунд. Сань. Быстрее. 5 секунд. И где? У меня. И. Есть, Сани. Все, буковка С ползает, но это слово принимается. Браво, семья Горелик! Я вас поздравляю! В этом новогоднем испытании вы заработали, знаете сколько? Целых 4 балла! Это прекрасный результат! Это даже символично 2024. 4 балла. Прекрасно. Но давайте узнаем, сколько в нашем новогоднем конкурсе сможет заработать семья Дорош. Соседи, готовы? Готовы. Отлично. Продолжим через несколько секунд. Мы продолжаем разгадывать наш новогодний кроссворд с семьей Дорош. Давайте начинать. Какое хвойное дерево принято наряжать на Рождество и Новый год? Ёлка. Абсолютно верно. Ель. Давайте попробуем ель составить. Тоже в конец. У меня Е. Давай сюда. Мягкий знак у кого? Опа. Есть. Отлично. С помощью какого волшебного предмета Дед Мороз исполняет желания и управляет природными явлениями? Посох. Посох. Абсолютно верно. П у меня. А, на О. Давай, папа. П. О. Знаете, О. У кого С? О. Еще две буквы. Ох. Нету О. Так, Рома. У кого О? Маме, переходи с О. Так, вот. Папа сориентировался очень быстро. У кого буква Х? Ха, у кого? Нет. А может, нет. На ногах проверяем. Вот она. Давай, ставь. Есть посох. Отлично.
Каким деликатесным продуктом питания часто делают бутерброды к праздничному столу? Икра. Икра. Икра, родители знают. Нет. И? И сюда. И? И. К. И. К. Р. 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 У кого Р? Р. Громче, иди на И. И. Буква Р быстрее. И. К. И. 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 Букву И поставь. И. Букву И. И. Где И? И. Нет. И нет. Где буква И? И нет. Покажи. Где И? Вот М. Там М. А там что? А на второй руке. Отменяемся. О, у тебя. У меня нет И. У меня И. И. Значит, Р. У А сюда пересягивай. Куда? А тут. И. А. И. Р. Р у тебя. Ногу сюда. Ногу. Во! Икша! Икша! Сядь! Я вижу Икша! Я не вижу Р! Давай. Вот теперь икра! Отлично! Встаем. Какой овощ заменяет снеговику нос? Морковка. К. П. Морковь. М. М. М у кого? У меня. М. И О. О у кого? Вверх. О у кого? Рома, что у тебя? Первые две и последние две буквы я уже вижу. Мора. Какой не хватает? Осталось К. Букву К и букву О. А где О? О. О. Морковь. Отлично. Куда Дед Мороз складывает подарки? Мешок. 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 Е. Е. Ша. 30 секунд осталось. Быстрее, быстрее, быстрее. О. К. Буква К. Буква К. К. Есть мешок. Какой салат является главным символом Нового года? Оливье. Оливье. О. Ве. Ли. 8 секунд осталось. Ли. Ве. Е. 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 5 секунд. 3. Е. Стоп. Время вышло. Оливье. Засчитываю. Браво, браво, друзья. Я хочу вас поздравить не только с новогодними праздниками, но и с тем, что в этом испытании вы заработали целых 6 баллов. Это отличный результат. А счет в нашей игре 8-12. Ну а когда 12 на часах, принято дарить подарки. Друзья, у меня для вас есть несколько вкусных сюрпризов. Всем нашим участникам мы дарим праздничные наборы конфет, за которые благодарим кондитерскую фабрику «Коммунарка». Кстати, друзья, вы заметили, что в нашей сегодняшней игре уже были настоящие новогодние развлечения. И игры, и танцы, и подарки. Но мне кажется, не хватает салюта, да? Давайте-ка устроим его в следующем раунде. По маминой фразе «Ой», сказанной за несколько часов до праздничной вечеринки, папа легко может понять, что сейчас необходимо бежать в магазин, потому что забыли купить крабовые палочки. Вот это умение понимать друг друга с полуслова пригодится участникам в нашем сегодняшнем конкурсе. Все, что связано с Новым годом, Рождеством, со всеми новогодними праздниками и каникулами, написано на карточках, которые прячутся в нашей чаше. И наша чаша, хотя давайте я буду называть ее «Наш тазик с оливье», может бабахнуть салютом в любой момент, и те баллы, которые вы заработаете, увы, сгорают. Мужчины, я приглашаю вас на испытание. Пожалуйста, выходите. Так, я пока отойду подальше. 3, 2, 1, поехали. Максимально быстро и максимально просто объясняем, что видим на карточке. Фейерверк. Фейерверк. Салют. Салют. Отлично, передаем чашу соседу. Она может бабахнуть в любой момент. А, это происходит в этот момент в 24 часа... Ой, запутался. Бой курантов? Бой курантов, да, когда это происходит? Салют. Когда время, когда это происходит? Полночь, хорошо. И как бы однокоренных слов не было, 24 часа, все правильно. В детском саду детям устраивают. Хоровод. Утренник. Утренник, хорошо. Дмитрий. У Деда Мороза на лице. Борода. Хорошо. Я сегодня вначале рассказывал. Стих. Правильно. Молодец. А вот для чего стихотворение было. Чтобы сейчас быстрее. Замечательный простой салат, который мы ставим. Оливье. Какая скорость. Папы подготовились. Деда Мороза в руках. Класс. Класс.
помощник Снегурочки. А Дед Мор... С морковкой. Ай-яй-яй. А, Снеговик. Конечно. Бабы молодцы. Константин, Дмитрий, возвращайтесь на диванчики. А мы продолжим. Наш тазик на месте. И рядом с ним появляются мамы Елена и Светлана. Пожалуйста. 3, 2, 1. Поехали. Подруга Ели. Сосна. Ёлка. Класс, подруга Ели. Намазывают на новогодний стол. На стол? На стол? Бутерброд. Бутерброд! Да. Ой. Вы бутерброд на стол намазываете? Это, как правило, уже 1 января. Что может на елке быть такое праздничное? Игрушка. Кроме игрушек. А чего это вы это отвинули, а? Звезда. Объясняем дальше. Звезда. Нет. Гирлянда. Она блестящая, как фольга. Мишура. Мишура. Нет. Ай, дождик, наверное. Ну, дождик. Дождик. Звезда, мишура, дождик. Класс. Мамы могут возвращаться на диванчики. У нас справляются Юлия и Семен. Удачи. Так, Семен, ты готов? Юль готова. Время пошло. Объясняй. Новогоднее дерево. Елка. Елка, все просто. Нет, давай. А во что подарки заворачивают, оформляют? Упаковка. Да. Упаковка, отлично. Страшно, они сейчас... Молодец. Сейчас тазик оливье. Бабах. А, то, что на елку вешают. Игрушки. Мишура. Гирлянды. Гирлянда, хорошо. А блюдо с рыбой. Оливье. А что там было? Сельдь под шубой. Сельдь под шубой. Роман, Михаил. Пожалуйста, выходите. Четвертые участники каждой команды. Парни готовы, поехали. Находим карточку. Объясняем быстрее. То, что ты хочешь загадать, то передам. Желание. Да. Желание, отлично. Передаем. То, что ложит Дед Мороз. И подарки. Мешок. Подарки, мешки. Итак, мешок с подарками есть, отлично. Самое сладкое после новогоднего стола. Минерал. Нет. Ананас. Нет. Мандарины. Конфеты. Мандарины. Конфеты. Хорошо, карточку выбрасываем быстрее. Снежка, самое сладкое после новогоднего стола минералка. Это то, что вешают на елку. Гирлянда. Игрушки. Нет. Ой, нет. Игрушки. Игрушки. Елочные игрушки. На дне. Парни, быстрее. Я не знаю, как это объяснить. Давай. Ай-яй, а что было? Друзья, для начала я хочу просто сказать спасибо за эти спецэффекты. Ну а сейчас немного цифр. В этом испытании семья Дораж заработала 5 баллов. Семья Горелик 4 балла. Ну а общий счет после 3 раундов 13-16 в пользу семьи Горелик. А впереди у нас, друзья, самое щедрое испытание. Сколько бы папа не стучал посохом Деда Мороза по банковской карте, деньги за подарки, увы, туда не возвращались. Но в нашей программе все возможно, и чудеса в том числе. Ведь игрушки сейчас будут превращаться в баллы для каждой команды. Нашим участникам предстоит за 3 минуты на свои липкие костюмы собрать как можно больше игрушек. Если вас интересует вопрос, а сколько их? Ровно 100. Ну а каждые 10 трофеев приносит команде 1 балл. Все очень просто. Я вижу, Юлия уже готова отправиться в наш магазин игрушек, тем более, когда такой праздник на дворе. Юль, выходи, пожалуйста, к корзинке. Мы сейчас с тобой будем фантазировать и мечтать. Все-таки письмо Деду Морозу – это хорошо. Это традиция, она соблюдается в каждой семье, с самого детства и до глубокой старости. Но не стоит забывать, что есть еще и папа. Для папы можно отдельный список, да? Да. С пожеланиями. Что сейчас можно попросить у папы? Возможно, планшет. Папа, 30 игрушек Юля соберет, планшет. А словами это да? Да. Да. Конечно. Хорошо. Спасибо. Теперь идем дальше. 40 игрушек для брата. Что? Игровой компьютер. Большая игровая компьютер. Бедный папа. Что папа должен ответить? Конечно, да.
Хорошо, мама сейчас счастлива. Она же знает, что в нашем конкурсе можно заработать даже 5 баллов, то есть собрать 50 игрушек и больше. В этом случае что для мамы? Для мамы? Для мамы. Можно колечко еще одно. Колечко еще одно с маленьким бриллиантиком, да? Можно и колечко. Папа, да? Да. Я думаю, условия понятны. Собирай игрушки, собирай на подарок. Поехали! Давай, 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 быстрее. Всего же 3 минуты у нас есть. В другую сторону. Точнее, у тебя есть 3 минуты, чтобы собрать побольше игрушек. Вставай, 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 вставай. Приноси, самое главное, аккуратно. Все, что у тебя на костюме, снимать, забрасывать в тележку. Давай, давай, сзади много висит игрушек. Иже, да? Дальше. Все, заныривай дальше. Заныривай, заныривай. Быстрее, 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 быстрее. Прилипают, прилипают игрушки. Быстрее, быстрее, быстрее. Мама тебя активно поддерживает. Говорит, давай, давай, быстрее. Давай, сзади еще есть игрушки. Давай, давай. Давай, 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 давай. Все, вот сюда. Даже папа подсказывает, где больше всего игрушек, которые сейчас должны прилипнуть. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Хорошо, скидывай, скидывай. Вон у тебя висит мишка. На спине. Давай дальше. Давай. Дальше, туда. Окунись, кричит брат. На дворе крещенские морозы. Брат с сестрой около проруби. Окунись. Игрушки скидываем. Хорошо, дальше. Быстрее, 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 быстрее. Бомбочкой, говорит брат. Заныривай, запрыгивай. Снимай, снимай, снимай игрушки. Отпустили одну порцию, идем за второй. Вперед! Быстрее, 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 быстрее. Нет, туда! Почему катить? Давай, давай, вот здесь много игрушек. Аккуратненько приносим. Вот здесь подсказывают много игрушек. Собирай, 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 собирай. А времени все меньше и меньше. Давай, скидывай все в корзину, все в нашу тележку. Сзади, сзади. Сзади, сзади. Она упала, да. Не кричи, не кричи, я сама. Может быть, в ту сторону? Давай. 20 секунд осталось. Молодец. Давай, 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 на руки еще. Давай, но! Последние секунды. Все, сбрасывай. Еще. А? 6, 5, 4, 3, 2, 1 секунда. Стоп! Время вышло. Юля, ты молодец. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 1 балл. Дальше. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 игрушка, 8, 9, 10. Это уже 2 балла. Мы продолжаем считать. Планшет точно будет, я уже вижу. 1 игрушка, 2, 3, 4, 5, 6, 7 игрушечка, 8 игрушечка, 9. Планшет. Папа улыбается. Подожди. Идем за ноутбуком, да? Да. 1 игрушка. Смотри, как брат волнуется. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ноутбук. Повезло. А вот сейчас интрига. Мама волнуется уже. 1 игрушечка. 2 игрушечка. Тут 3 появляется, а вслед 4, а тут еще и 5, а дальше 6 и 7 игрушка. 47 игрушек. Округляем большую сторону. В этом конкурсе ваша семья, семья Дорош, зарабатывает 5 баллов. И папа торжественно обещает все подарки под елкой. Да? Да. Юля, ты молодец, можешь возвращаться к своей команде.
Сейчас мы наведем порядок в нашем магазине игрушек. И на это праздничное испытание отправится семья Горелик. А точнее, Семен будет рассказывать о своих новогодних желаниях. Ты готов? Да! Отлично! Ну что, Семен, выходи, выходи сюда, прежде чем занырнешь в наш игрушечный мир. Давай ты расскажешь, что бы ты хотел в качестве подарка за 30 игрушек, которые соберешь. А. Что? Одежду. Одежду какую? Да. Любую. Экипировка новая, да? Да. Крестно услышал. Какой хороший мальчик. 40 игрушек. Что для брата? Игровую приставку. А ты крестному это скажи. Он сейчас в смысле? Игровую приставку. Настоящую, спрашивает крест. Настоящую. Настоящую. Так. Но у нас же есть шанс собрать и 50 игрушек, и больше. Может быть, для мамы что-нибудь? Кольцо? Конечно. Конечно, пусть мне подарит. С большим бриллиантом. С большим бриллиантом. Конечно. У мне него кажется, одна крестный кума. Папа сейчас потерял дар речи. Он просто как Дед Мороз. О-о-о-о. Воды крестному, пока Семен будет собирать игрушки. 3, 2, 1. Заныривай. Давай, аккуратно, чтобы не падало ничего. Давай. Скидывай все игрушки в тележку. Сзади. Может быть, будешь крутиться, так быстрее игрушки соберешь. Ну ладно. Давай. О. Хорошо. Давай, Семен, быстрей. Опа, молодец. Возвращайся, скидывай игрушки в тележку. Давай, в руках мы ничего не приносим. Все, снимаем с костюма. У тебя на спине вот здесь еще. Вот там, да. Давай, быстрей. Давай, Семен, давай. Все, иди сбрасывай. Молодец, сбрасывай. Бегом. А, нет, и решил еще. Напоследочек, да? Давай, аккуратно, все в корзину к нам. На спине. У тебя и с той стороны еще. Так, давай. Ладно, заныривай. Давай. Молодец. В центру больше крутить. Да. Отлично. Давай. Может, придешь уже к тележке? Давай. У тебя на спине очень много игрушек. На ногах самое главное аккуратно, чтобы ничего не упало. Сюда. Заныривай. Просто ползи животом. Во, и руками. Я тебе верю. Давай, аккуратней. Ай, ну потом возьмем. То, что падает на пол, остается на полу, а то, что на костюме, снимай и в тележку забрасывай. Сзади, давай. Время. Молодец. Время. 10 секунд осталось, быстрей. На спине, снимай. На ноге. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда, стоп! К сожалению, ну все. Молодец, давай пять, ты молодец. Понравилось? Это было классно. Давайте считать игрушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 балл у команды уже есть. Продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 игрушка, 9, 10. Это 2 балла. Ну что, за формой идем, Семен, да? 1 игрушка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Форма. Напомнили крестному форма. За приставкой. Идем в следующий отдел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И по правилам математики мы округляем в большую сторону. Принимаем это за 40 игрушек. Итого в этом конкурсе семья Горелик зарабатывает 4 балла. А будет ли приставка? Будет обязательно. Будет приставка. Все, миссия выполнена. Семен, я тебя поздравляю. Можешь возвращаться к команде.
мечты, особенно в новогодние праздники, должны исполняться. Собственно, только что это и произошло. На шоу «Это моя семья». Но исход сегодняшней игры решит финальный раунд. Кому сегодня достанется звание «Самая дружная семья», узнаем через несколько минут. Привет всем, кто каждый Новый год обещает себе начать экономить, но потом тратит все сбережения на распродажах в январе. В эфире «Это моя семья» – шоу, которое доказывает, белорусские семьи самые дружные. И сегодня наши участники, семьи Дорош и Горелик, уже купили все праздничные подарки, потанцевали, устроили салют из оливье. И мне кажется, они хотят продолжения, я прав? Да! Да! Отлично! Я объявляю начало финального раунда! Дети привыкли искать новогодние и рождественские подарки под елкой. А в нашей программе рядом с елкой бассейн. И именно в нем находятся настоящие подарки и сокровища, а точнее буквы, из которых нашим участникам предстоит за 3 минуты составить слово, которое целиком и полностью характеризует их семью. Одна буква в слове, 1 балл команде. И на финальное праздничное испытание я приглашаю семью Горелик. Ребят, выходите за буквы. Миша будет отвечать. 3, 2, 1. Заныривай! Бери одну любую. Давай, давай, хватай любую букву и приноси. Любую букву. Выпрыгивай, давай, 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 быстрее. Время, время. И сюда. Все, иди за другой буквой. Так, начинаем с буквы «В». Любую букву бери. Возможно, получится Миша, слово «новый». Иди сюда, Миша. А может быть, что-то другое. Узнаем очень скоро. Давай, давай, Миш, давай! Буква А. А, В, В, А. Да, быстрее. Лав. Еще. Чем не любовь, да? Еще, любые, любые. Тащи. Лав. Еще, классное бери. Лава. Еще. Классное, классное неси. А. А какое? Так, это буква Ж. Гласный, гласный, гласный. Лав, Ж, Д, С. Еще какие-нибудь гласные. И. Лави. И, Д, и, что там? И. Гласная не все. Какую там? Любила. Миш, давай, 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 приноси буквы. Гласные, нам есть. Мне кажется, каких-то букв еще не хватает, чтобы гласные, что-то праздничное не такое не хотелось надо. Бы увидеть. Лови. Чуть больше минуты осталось у команды. Глава, глава. Еще гласные. Да, глава, глава. Буква Е. Лови. Ребят, 45 секунд осталось. Все меньше и меньше времени остается у команды, чтобы собрать необходимые буквы и составить из них слово, которое целиком и полностью характеризует их команду. 30 секунд. Быстрее, быстрее, последние секунды. 5 секунд. 3 секунды. 1 секунда. Стоп! Давай последнюю букву. Все, время вышло. Я напомню, что нужно еще и объяснить, почему это слово целиком хочется и полностью с вашей семьей связано. Убираем лишнее. Потому что... Да, влага больше. Итак, это было финальное испытание для семьи Горелик за 3 минуты. Миша смог собрать, если я не ошибаюсь, порядка 20 букв. Но я вижу слово из 5. И это слово «влага». Интересный вариант. Особенно интересно услышать, почему слово «влага»
целиком и полностью характеризует вашу семью? Потому что влага – это жизнь, это вода. Поэтому мы полны жизненной энергии, поэтому такое слово. Прекрасно! Тем более, как говорил недавно ваш сосед, самая сладкая влага 1 января – минералка. Я принимаю это слово 5 баллов. Семья Горелик, я вас поздравляю! И поздравляю, конечно же, с тем, что для вашей команды уже все испытания позади. А значит, можно вернуться за праздничный стол, ну, пока на наш удобный мягкий диванчик. Возвращайтесь сюда. Буквы отдавайте мне, они вам уже не пригодятся. Возможно, через 3 минуты мы увидим слово «минералка», а может быть, семья Дорош составит что-то другое. Константин, может быть, все-таки расскажете, какое слово планируется составить? Пусть это будет нашей маленькой тайной. Пока. Пусть это будет пока маленькая тайна. Ответ на этот вопрос получим ровно через 3 минуты. Семья Дорош отправляется на финальное испытание. За буквы будет отвечать Рома. Ну, а вся команда сейчас будет составлять слово. И они очень надеются, что Рома будет находить именно те буквы, которые нужны в их секретном слове. 3, 2, 1, заныривай! По одной. С буквы F начинаем. Что же это за слово? Буква К, буква F. Я слышу, как он заныривает, бассейн. Гласные надо, гласные. Сказала. Буква R, буква P, буква H и буква F. Ни одной гласной. Пока ни одной гласной. Появилась буква Я. Говорю. Гласные. Я. Подожди, пока. Что? А. Молодец. Ага. Молодец. Молодец. Что, будь гласный? Гласные. Гласные. И надо. Ика. Все, все. Ика. Илика. Пряник. Уже 6, надо 7. Давай, 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 давай. Нет. Какое слово планирует составить команда Дорош, я не знаю. Но, мне кажется, они собирают те буквы, которые, в принципе, им подходят. Папа уверенно расставляет буквы в определенном порядке. У вас осталась 1 минута. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Еще надо А и Т надо. И, возьми И. Любые, Рома, возьми. Давай, 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 быстрее. Времени очень мало. Буква К нужна. Ну, может, Р есть хорошо. Давай. Буква К. Что? 30 секунд осталось. К нужна. Давай, давай, быстрее. К нужна. Раскладывай на полу. Раскладывай. Давай, буква К. Бар. 20 секунд осталось. Любую. Любую. О, давай, 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 дружок. Давай быстрее. Буква О очень нужна. Бар. 5 секунд. 3 секунды. Стоп, все, время вышло. Все, 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 Рома, возвращайся. И что мы тут можем собрать? Бахромы. Нету. Барон? А, нету. Проба. Давай, П. Где Р? 23. Играем. Стой, подожди. Рыба. К есть, нет? Нет. Нету. Нету.
Финальное испытание позади. Семья Дорош составила слово из 5 букв. Я слышал, у вас были разные варианты. Некоторые были больше похожи на слова, которые мы произносим 1 января. Пам, прям. Но я вижу, в итоге получилась проба. А теперь самое главное. Нужно объяснить, почему проба целиком и полностью характеризует вашу семью. Кто готов рассказать? Проба – это значит пробовать. А наша семья постоянно пробует что-то новое. Не останавливаясь на том, что уже достигнуто, и стремится всегда к новому интересному. Проба. Прекрасно! Легко засчитываем 5 баллов этой прекрасной, замечательной команде. Ну а сейчас попробуйте набраться сил, потому что после финального испытания нужно подвести итоги всей игры. Возвращайтесь на диванчик. Ну а итоги нашей сегодняшней игры подведем через несколько секунд и узнаем, кто же в этом праздничном выпуске станет обладателем звания «Самая дружная семья». В нашем сегодняшнем праздничном выпуске встретились две прекрасные команды. Семья Дорош и семья Горелик. Друзья, я хочу пожелать вам, чтобы этот год был таким же ярким, веселым, незабываемым, как и 5 раундов, которые пролетели незаметно. Счет в нашей сегодняшней игре 25-23. И звание «Самая дружная семья». Официальный документ получает семья Горелик. Я вас поздравляю! Друзья, держите, это уже ваш диплом. Вы уже можете всем его показывать в 2024 году. Но это еще не все подарки от нашей программы. От шоу «Это моя семья». Вы получаете сертификат на выходные мечты, чтобы также весело всей семьей, или, как говорил крестный, всеми своими семьями собраться, вспомнить сегодняшнюю игру, набраться сил и вернуться к нам за новыми победами. Держите, это ваш подарок. Но и это еще не все. Тем более, когда Новый год и Рождество. Еще один сертификат на выходные мечты получают наши сегодняшние вице-чемпионы. Семья Дорош. Друзья, я вас поздравляю. Отдохните, наберите сил и возвращайтесь к нам за новыми победами. Ну и, конечно же, хотелось бы от лица всей команды, которая работает над шоу «Это моя семья», поздравить тебя, да, именно тебя, наш любимый зритель, с Рождеством и с Новым годом! До встречи ровно через неделю в эфире программы «Это моя семья». Пока! Кто 3 часа собирается в гости? Это моя семья. Кто может насквозь забить в стену гвозди? Это моя семья. Кто обещал делать мне все уроки? Это моя семья. У кого пирожков, округлили щеки? Это моя семья.